Здравствуйте! Небольшой коротенький видеоурок сегодня для вас. В принципе, ничего особенного, но иногда это может нам помочь. Я иногда так находил для себя некоторые товары на AliExpress. Хочу вам просто сегодня показать, как один из вариантов можно найти товар, например, ну, на AliExpress. То есть, вот, например, здесь товар на поиск, альбом женщин, да, кто-то ищет такой товар, я просто к примеру привожу. И хочу сказать сразу, что не всегда это работает. То есть, вполне возможно, что вы не найдете товар, по крайней мере, на AliExpress. Может быть, вы найдете его в других каких-то магазинах или тому подобное. Но, в общем, чтобы нам найти, по крайней мере, попробовать найти этот товар на AliExpress, что нам нужно сделать? Мы будем пользоваться поиском Google. И будем искать по картинке. Нажимаем на картинку, нажимаем копировать, URL-адрес картинки. Нажимаем. Теперь мы заходим в поиск Google. Выбираем картинки, нажимаем на фотоаппарат и нажимаем вставить. То есть вставляем сюда нашу эту ссылочку и ищем. То есть вы видите нам и картинки, и все подобное в этом плане высветилось. И как вы видите, я уже заходил, высветились ссылки на AliExpress. То есть иногда, хотя здесь немножечко не то, по-моему, или то. Ну, в общем, иногда это может помочь. Не всегда, конечно, но, по-моему, такое же платье. Вот, иногда это может нам помочь найти какой-либо товар, но это, к сожалению, не всегда работает. В общем, подписывайтесь на мой канал. До следующих видео.